72 школьника представят Солнечногорье на региональном этапе Всероссийской Олимпиады. Первые испытания для солнечногорских школьников начнутся 14 января с Олимпиады по русскому. Участие в нем примут победители и призеры муниципального этапа из 13 общеобразовательных учреждений округа. При этом впервые школьницы из Солнечногорья представят муниципалитет в Олимпиаде по китайскому языку. Олимпиада пройдет по 24 предметам до конца февраля. Более 20 площадок для складирования живых новогодних елей организованы в Солнечногорье. Централизованный сбор хвойных позволит предотвратить перегрузку мусорных контейнеров, а часть деревьев отправить на переработку. Места сбора размещены внутри жилых микрорайонов. Это обеспечивает шаговую доступность жителей от мест проживания. В городе Солнечногорск выбросить живые ели можно по адресам: улица Советская, дом 6/17, улица Школьная, дом 8, микрорайон Рекинцо между домами 25 и 26, улица Ленинградская, дом 8. В сельском поселении Пешковское завершается строительство завода по производству автомобилей Mercedes-Benz Rus. По словам Артура Горебяна, начальника главного управления государственного строительного надзора Московской области, на объекте выполнены работы по подключению к внешним инженерным сетям. Ведутся монтажные и пусконаладочные работы инженерных систем зданий и технологического оборудования. Завершается отделка в производственных и офисных помещениях. Общая площадь завода составит 102 тысячи квадратных метров. Плановое завершение строительства намечено на второй квартал 2019 года.